Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на Mapic Russia. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Шумкова Анастасия. Я менеджер проектов компании KCC Entertainment Design. Это одна из лучших в Европе дизайн-студий индустрии развлечений. Главной офис нашей компании находится в Бельгии, так же, как и все креативное ядро, то есть вся красота, все развлечения создаются именно там. Нашей компании уже более 20 лет, мы работаем во всем мире, география наших проектов от Америки до Азии, осуществляем полный цикл работ по созданию развлечений, начиная с концептуального дизайна, планировочного решения, заканчивая непосредственно разработкой всей технической документации на реализацию и контролем стройки, авторским надзором, соблюдением того, чтобы то, что мы придумали, было реализовано так же классно, как мы и придумали. Очень интересно мне, вот на самом деле, очень интересно, насколько бельгийские креативщики попадают в настроение русских людей, которые желают развлекаться, и дети, и взрослые. Насколько успешно именно их влияние и мысль на вот наш контингент? Начнем с того, что все мы люди и родом из детства, то есть вне зависимости от того, какой национальности, в какой стране мы разрабатываем дизайн, базовые представления о счастье, о восторге, они едины для всех. Поэтому базовые принципы у нас везде плюс-минус одинаковые, они интернациональны. Но что касается каких-то национальных уклонов, безусловно, всегда есть какая-то адаптация под конкретную культуру. Например, один из недавних проектов «Ванда Парк» в Китае, мы очень глубоко погружались именно в локальную, не просто в китайскую культуру, а локальный рынок, соответственно, национальные особенности конкретного региона, и почерпнули столько всего нового. Мы работали вместе с историками данного региона, чтобы сделать что-то специфическое именно для этих людей, именно узнаваемое, их национальную гордость и так далее. А так, глобально мы работаем по всему миру, естественно, в том числе на рынке России и стран СНГ. Из недавних открытий буквально месяц назад в Грузии у нас открылся развлекательная зона Magic City, или Magic Park, если честно, я уже не помню. Вот. Естественно, у нас много представлено проектов в России, в Казахстане, в Азербайджане. То есть мы покрываем, в принципе, практически весь мир, работаем в более чем 40 странах мира. Мы понимаем, что прошлый год внес свои коррективы, и огромное количество развлекательных центров было либо закрыто, либо пересмотрено арендатором, наверное, какие-то варианты использования помещений. И мы надеемся, конечно, что вот люди, у которых есть дети, например, когда были закрыты развлекательные центры, были закрыты площадки, были закрыты парки, люди сходили с ума, не знали, что делать. И мы, конечно, надеемся, что индустрия проснется, и все больше и больше будет хороших, качественных, интересных развлекательных центров. И это даст всем отличное настроение и здоровье при этом. Обязательно, потому что самая главная вообще миссия нашей компании и то, чем я горжусь, это то, что наша работа приносит людям счастье. То есть от результатов нашей работы у детей, у родителей, у семей, у выпускников, у тех, кто пришел на день рождения, появляются прекрасные, яркие воспоминания. Это моменты искреннего счастья. Это, собственно, то, ради чего мы, в принципе, вообще работаем. Мы каждый день приходим в офис и креативим что-то невероятно крутое, чтобы удивлять, чтобы запоминаться, чтобы наполнять жизнь людей счастьем. Да, и все родители знают, что чем лучше развлекательный центр для ребенка, тем спокойнее родителю, потому что тем больше времени ребенок проводит там, и тем меньше он нуждается в родителе, получая свою порцию радости. И надеюсь, что ваша работа тоже поможет всем родителям чувствовать себя хорошо, счастливо, а дети будут еще больше веселы и довольны. Да, именно так и есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам.